Ну что, друзья, мы снова с вами на нашем YouTube-канале. И, к сожалению, сегодняшний день снова не обойдется без очередной трагедии. Только что в российском шоу-бизнесе появился такой слух о том, что всем известный российский актер Денис Шведов сейчас находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Действительно ли эта новость соответствует правде, либо это очередной фейк, друзья, мы решили это проверить. После проверки мы все-таки убедились, что действительно Денис Шведов находится в больнице, куда он обратился рано утром за медицинской помощью. У него на теле, на руках и на ногах имеются следы телесных повреждений. Сам актер с нами отказался о чем-либо разговаривать, и родственники и друзья ничего не комментируют. Только спустя некоторое время одна из близких знакомых Дениса Шведа рассказала нам всю правду о том, что на самом деле случилось с Денисом. Оказывается, рано утром Денис Шведов возвращался домой из гостей. Недалеко от своего дома он заметил, как пьяный парень пристает к девушке. Девушка звала на помощь, но, к сожалению, на улицу в тот момент никого не было. Денис Шведов решил заступиться за девушку. В итоге был избит неизвестным парнем. Кое-как Денис Шведов пытался дать отпор до тех пор, пока парень не ударил его по голове чем-то тяжелым. Денис Шведов очнулся уже в скорой помощи. Рядом были двое медиков, которые оказывали ему медицинскую помощь. К счастью, из личных вестей Дениса Шведова ничего не пропало. Сейчас полиция находится уже в больнице, будут составлять фоторобот нападавшего. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за нашими новостями и берегите себя и будьте вместе с нами на нашем YouTube-канале.